Четыре девушки пошли к гадалке погадать на будущее. Трем девушкам она погадала, а четвертая гадать не стала. Дала ей завернутую записку и велела ее прочитать только тогда, когда та придет домой. По дороге домой эту девушку сбила машина насмерть. В ее руке нашли записку. В ней было написано: «Я мертвым не гадаю».